Они там, где сложно. Устраняют коммунальные аварии, наводят порядок в парках и скверах. Чистый, комфортный и безопасный город – это результат круглосуточной и кропотливой работы сотрудников ЖКХ. Альфина Фролова работает в отрасли 26 лет. Говорит, о выборе профессии не жалела ни дня. С годами любовь к работе только крепнет. Мне нравится приносить людям добро, строить. Когда ты запускаешь какой-то объект, это приносит радость, конечно. С профессиональным праздником самых трудолюбивых работников отрасли поздравил исполняющий обязанности зампреда правительства Самарской области Владимир Василенко. Со сцены он зачитал слова благодарности от имени главы региона Дмитрия Азарова. Хочу искренне поблагодарить вас за ответственное отношение к делу, умение мобилизоваться в самых непростых ситуациях, настойчиво добиваться поставленных целей. Большое спасибо ветеранам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сегодняшние достижения были бы невозможны без вашего участия и упорного труда. С каждым днем Самара становится краше. На ее территории реализуются масштабные нацпроекты, строятся новые объекты, преображаются городские улицы. Все эти перемены – результат работы целой команды профессионалов. Ксения Баканова, Константин Головин. События.